Наша работа – это музей человеческой цивилизации, созданный в будущем, уже после того, как человечество исчезло. Музей этот сделан на примере определенной локации, так называемого хвостохранилища в городе Кривой Рог. Хвостохранилище – это комплекс специальных сооружений, созданный человеком, предназначенный для хранения различных отвальных отходов, полезных ископаемых. Where you have a complete contamination of the landscape by rest materials of iron ore production. Extremely dangerous on one hand, but on the other hand, if you look at that as a landscape, they are also sublime. Unfortunately, sublime in a horrible way. Это внеземные пейзажи. Размеры некоторых хвостохранилищ, как размеры жилых кварталов города. Ты понимаешь, чем они наполнены? Они наполнены ненужным металлом, ну, какими-то другими отходами. Проект состоит из 4 частей, которые каждая из частей отсылает нас к определенному периоду человечества. Первый объект — это скифское навершие, которое использовалось для обрядов. Второй объект — это дневник одного из директоров Криворожской стали, который спрятался от репрессий 1937 года. Третья часть — это видео, которое отсылает нас к настоящему. И четвертая часть — это будущее, примерно 2080-90 год, с уровнем воды становится выше. На 7-8 километров. И остатки людей, выжившие, они могут находиться и жить лишь на вершинах гор. И поскольку все затапливается соленой водой, то становится очевидной проблемой, как добывать пресную. Третья часть — это видео, которое рассказывает о настоящем, в котором представлены два персонажа в измененном состоянии, которые направляются и забираются на хвостохранилище. Тем самым мы рассказываем о нынешних взаимоотношениях человечества, о глобальных проблемах, о непонимании, которое приводит и к войнам, и к различным возможности не договориться или там принципиально не договариваться друг с другом, проявление власти, силы и всего остального. An alien race comes to the world and discovers this place. What do they see? And what would be a museum of the passing of humanity?